Всем доброе утро. Мы проснулись. Авелинка не хочет умываться идти. Я уже оделась, умылась. Мама готовит завтрак. Мы пойдем сейчас кушать. Вот так мы сегодня спали. Зашторили, получается, окно своей шторой. Взяли, чтобы все-таки темно было. И здесь я, как всегда, беру свое постельное. Вы знаете, вот в новое место приезжаешь, постельное белье застилаешь, и как-то прям по-домашнему так немного уютнее, что ли, становится, когда свое родное постельное белье. Это Велинина одеялка. Что-то она совсем там протестует, пошла я к ней. У нас сегодня за окном дождь. Он сегодня шел ночью, идет сейчас. Я не знаю... Хотела вам показать территорию, и дом нужно было снять еще. Ну, все-таки, наверное, может, кому-то интересно будет. Вот, вот это вот, кстати, тоже их дом, который сдается. Он 350, по-моему, квадратных метров. Огромный. А здесь барбекю. Тут, смотри, какой ровный. Ничего себе. Коля решил в бильярд в одного поиграть. Заходи, Авелина там скучает одна. Пока я занята. Поиграй с ним? Чем ты занята? Поэтому так кажется, что... Сейчас переброс. Почти. В этом зубу в ободок кольцо. Почти опять. Девятка, короче. Поставлю, буду пока одевать кроссовки. Вот так будет видно. У нас на улице прохладно, сегодня 16 градусов, и у нас ощущается ветер, такой нормальный, северный ветер, представляете? Вот так погода меняется. То была жара на днях, то сейчас уже прям какая-то осень какая-то наступает. Ну, в общем, завтра уже теплее, думаю, там будет уже не так. Мы одели Авелину. Сейчас одеваюсь я. Очки, конечно, брать бы не хотелось. Но и рассмотреть красоту, конечно, вокруг охота. Мы сейчас пойдем здесь рядом погуляем по территории. Здесь есть барбекю, беседка, качельки. Вообще посмотрим просто территорию, что у них тут есть. Интересно. Тут лес вокруг. Вот, так что все. Я готова. Кстати, в своем новом костюме. Беру телефон. Что-нибудь, может, пофоткаю туда. Бильярдисты. Теперь ты. Вот надо ей ходить, да? Вот вообще в зале, да, ей надо. Ей всегда. Она. Будем все. Наступили на нее. Варя, отходи. Thank you.
Мы собрались идти на залив. Хотим взять удочку. Авелина что-то просит. Вот, кстати, удочка. Все, пошли мы на залив. Такая здесь дорога вниз. Хорошо, что здесь заасфальтировано. Взяли варьку с собой, идем. Да, потом мы тебе будем. Она, конечно, сейчас придет грязная, но зато она сидит лайт, скулит. В общем, если ее оставишь, пусть погуляет. Сейчас покажу вам лужи. Нам вот с погодой немножко вот так вот нынче. Мы приехали, не было дождика, потом он пошел. И всю ночь он шел, такое чувство, помаленьку, помножку. А сейчас все в лужах. Ну хорошо, хоть промежуток нет дождя, можно вообще выйти хотя бы из дома. Называется, мы находим плюсы во всем. Вон, рыбаки наши уже убежали. Мы уже подошли к воде, здесь такая красота. После дождя так влажно, вообще так дышится. Просто прекрасно. Вот единственное, смотришь, забор, конечно, портит всю такую натуральность. Но если туда не смотреть, вот здесь прям смотрите, как красиво. Уже? Может, сфотали? А что, видно было лица? Надо вон туда и въехать. Прошлись, называется. Покапал дождик. Идем назад. Сейчас будем супчик варить, обедать. Коля ничего не поймал, позакидывал. Но сейчас прямо так хорошо шлепнулась какая-то рыба, как будто как щука. Но здесь водится рыба. Прямо вот в этом заливе. Залив называется Еловый. Здесь рыба есть, потому что рыбаки есть вокруг. Яхточки, лодочки там всякие ездят. Вот. Комарики начали летать. Мы идем домой. Погуляли. Сейчас будем варить супчик. Будем кушать и будем ложиться с Эвелиной спать. Потому что мы сегодня пораньше проснулись. И она проснулась такая не очень хорошем настроении. Понятно, не доспала. Вот эти дни, вот, когда праздники, какие-то поездки, это вообще... Ну, как бы из графика немного все равно выбиваешься. Хотя я всегда стараюсь, чтобы в примерно то же время все было. Там плюс-минус полчаса. Бывает там выпад, иногда там час прям бывает. Вот, так что все, идем мы домой. Здесь, конечно, красиво. А, уже у папы она. Баба у нас вся модная, во всех обновках. Новые вещи. Красивая. Мы всегда в костюмах спортивных, а у нас мама красиво одевается. О, ку-ку, ты где? Ребеночек, ты что, катаешься на папе? А что? Мы уже пришли домой. У нас Эвелина захотела поиграть в бильярд. Коля ей сегодня показал. Ей понравилось. О, вот так можно, как метлой, да? Точно, доча? Вот так можно. Шашлыки у нас сегодня на ужин будут вот такие вот. Ой, какие хорошие угли тут. Коля все развел. Полена на всякий случай, да? Подтапливается. Угли замечательные. Да, так что, ну... Thank you.
делает мясо с шампуры. Сколько уже шашлыков. Полная тарелка уже получилась. Еще там есть. Привет, привет, хвостиком виляешь. У нас Коля все-таки еще раз ходил на рыбалку. Мы поспали, он уже пришел, и мы уже проснулись, и мы идем смотреть, что там за добыча. Она такая большая, мамочка. Ты говоришь, она шевелится, а ты говоришь, она маленькая. Ой, какая большая, ой, как ее жалко. Ой, зачем ты ее оставил? Я могу ее сходить отпустить, она живая. Холюсенькая такая. Она на Варю чем-то похожа глазами. Био-био-вид. Все. Щука. Ты ее пришла сразу в воду? Да. Щу-щу-щу. Щука, доченька. Вот так вот от цвета отойду. Вот, ротик открывает. Ну что вы думаете, Коля расправился с этой рыбой? Все, нету нашей VIP, как говорит доча. В общем, мама будет ее жарить, вот так. Я сижу тут ее оплакиваю немножко. Ну так просто жалко, что рыба живая была, а сейчас уже не живая. Так ты знаете, вот когда ты ее сам ловишь, приносишь, это другое, нежели чем ты в магазине покупаешь. Вот. Ну, такие вот, короче, дела. Ладно. Мы сейчас пойдем ужинать. Мама будет жарить, наверное, рыбу. А хотя она сказала, не хочет кушать, поэтому, может, даже не сегодня будет ее жарить. Тогда вот. Я буду убрать. Да. Мы сейчас будем, наверное, ужинать. Включай, что хочешь. Коля зажигает камин. Растапливает. Как правильно сказать? Растапливает камин, наверное. Развожу огонь. Да. Мы сейчас будем маршмеллоу жарить. И будем чай пить. Схожу за шампурами. Угу. Да можно вот на какие-то, может, палочки вот эти вот, которые ну, от дров. Ты хочешь на палочки или уже на нормальную железяку? Не, чтобы ты не ходил. Не бегал. Вы представляете, тут мои сваты даже идут по дому кино. Вообще классно. Так и лезет она на эту лестницу. Сама уже говорит, хочу, сама пойду. Это вообще просто. Отвернуться невозможно, сразу на лестницу. Мы тут за ней глаз да глаз. За этой маленькой, уже не маленькой. Вон что, ничего не боится этот ребенок. Ты моя сладкая. Я пришла кушать, у нас шашлыки, тут овощи. Мы так вкусно поели, но я понимаю, что надо все равно ужинать, и потом чай будем пить. Иначе не то будет, голодная потом буду. Мы с мамой тут жарим маршмеллоу. Коля уже себе пожарил порцию. Сейчас попробуем. Главное, чтобы не загорелось. Надо держать подольше, а тут так жарко стоять. Крути ее. Ну, я кручу. Ничего себе, какой там жар раз. Она у готова загореться. А, вот. Походу уже, да. Ну-ка, попробую. Какая вкуснятина. Вообще вкуснятища, да, мама? Мне понравилось.
Мы уже все искупались. Мама там у нас только пошла в душ. Коля уже разбирает батут. Мы завтра выезжаем из этого дома. И решили уже с вечера собрать это все. Я уже подготовила чемодан, там сложила все вещи ровненько. Нам осталось только вот батут и горку сложить. А Велинка, мама, смотрите, бегает. Не идет кушать. Играет. Пошли? Перекусик ням-ням будешь какой-нибудь? У нас еще здесь небольшой такой бардачок на столе остался. Сейчас будем убирать. Шашлык остался, картошечка. Вот, эту нужно будет убрать, помыть. В общем, вообще, мы прям наелись сегодня, знаете, шашлыка. Прям наелись. Очень вкусно было. Коля нас порадовал сегодня шашлычком. Да? Угу. Спасибо. Вот. Ну, я буду с вами, наверное, уже прощаться, потому что такие сборы. Завтра уже проснемся, позавтракаем и прям сразу будем выезжать. Поэтому буду с вами прощаться. Всем пока-пока. Всем спокойной ночи.